Привет, дорогие подписчики и гости канала. Смотрите, какие у меня получились красивые, пышные, а главное вкусные оладьи. Хотите такие же научиться приготовить? Тогда смотрите это видео до конца. Приятного вам просмотра! Для приготовления домашних оладьев я в сотейник наливаю 250 мл кефира. Кефир у меня 1%. Кефир можно взять и 2,5%, здесь не принципиально. Добавляю в кефир 20 грамм сахара, это где-то 1,5 столовых ложки. И пол чайной ложки соли. Вбиваю 2 яйца. И перемешиваю все венчиком. Не перемешиваю, а взбиваю. Хорошо надо взбивать, чтобы яйца размешались с кефиром. Ну все, полминуты взбивал. Теперь я всю эту смесь переношу на плиту. Ставлю на плиту смесь на огонь. И разогреваю приблизительно до 40 градусов. Чтобы понять примерно, что смесь разогрелась до 40 градусов, она должна быть такая слегка теплая, но не горячая. Если вы опустите палец и почувствуете, что горячо, значит вы уже ее перегрели. Смесь надо постоянно помешивать. Огонь должен быть средний. Прошло где-то минута. Опускаю палец, и смесь уже слегка такая теплая. Подожду еще секунд 20 и снимаю. Все, моя смесь разогрелась. Разогревал я ее 1,5 минуты на среднем огне. Теперь в эту смесь небольшими порциями я добавляю 180 грамм пшеничной муки. У меня цельнозерновая, вы можете взять обычную. Чуть-чуть добавляю, перемешиваю. Чуть добавляю, перемешиваю. И так постепенно перемешиваю все до однородной массы. Все, смесь я свою перемешал. Вот такой должна быть она консистенции. Ну, где-то сравнивать можно с густой сметаной. Если вы возьмете те пропорции, которые я говорю, то у вас все получится. Теперь в эту смесь мне надо добавить 1/4 чайной ложки пищевой соды. И все перемешать хорошо. Кстати, это объем на 3 порции. Вот, у меня уже смесь начала пыхтеть, пузыриться. Значит, взаимодействие соды и кефира пошло. Это очень хорошо. Ну все, моя смесь готова. Можно приступать к приготовлению оладьев. На среднем огне я разогреваю свою сковороду, добавив немного растительного масла. Так как у меня сковорода антипригарная, то я добавляю немного растительного масла. Если же ваша сковорода не имеет антипригарного свойства, то наливайте побольше растительного масла. Теперь по 1 столовой ложке я выкладываю свою смесь для оладьев. Жарю до золотистого цвета, с одной стороны от 1 до 2 минут, с другой стороны буду где-то около минуты жарить. Сковорода у меня сильно разогрелась, поэтому немножко оладьи так сверху подрумянились не очень красиво.
но думаю, следующая партия будет красивее. Так, первая партия моя готова. Получается, я обжаривал. Скоро оладьи будут готовы. Не ори. Вот. Ну, другая сторона как раз получилась такая, как надо. И пышные, и красивые. Все, последняя партия готова. Как я и говорил, 3 порции по 4 оладьи. Красивые, пышные. Да, оладики готовы. Сейчас будем кушать. Подожди. Что ж, оладьи готовы. Смотри, принцесса, ты это ожидала, да? Вкусненькие, да, вкусненькие. Ну все, будем пробовать. Так. Пробуем. Со сметаной сочетание просто восхитительно. Вы можете также оладьи подать со сметаной. Хотите с джемом, хотите со сгущенкой, как вам нравится. Но мне больше нравится со сметаной. Очень сочетается вкус. Ну а тем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!